Здравствуйте, Марк. Прожили с мужчиной год. Пару месяцев назад сказал, что запутался, что нужно пожить одному. Так как работа не доставляет удовольствия, все дела стоят, ничего не радует. Мы продолжаем общаться, но в основном по телефону. Что мне делать? Дать ему время, чтобы человек разобрался в себе или закончить эти отношения. Олеся, надо пойти дальше. Очень часто, когда мужчина говорит «я запутался», это значит «я остановился». То есть он достиг какого-то барьера и не знает, как его преодолеть. Если вы будете для него спасателем, пытаться его спасать, вы только хуже сделаете. Ваша задача – двигаться вперед. Двигаться вперед – это не значит найти нового мужчину и начинать с ним строить отношения. Дайте себе возможность отойти от этих отношений. А пройдите программу у меня бесплатную, осознайте для себя многие важные моменты, которые помогут вам привести себя в ресурсное состояние, чтобы вам было легко. Вы сейчас должны думать о себе. Вот я сегодня видео записывал для YouTube-канала, где рассказывал, оно скоро выйдет, где рассказывал про фазы любви, не фазы любви, а фазы отношений. Вот самые распространенные расставания происходят на второй фазе отношений. Вторая, третья. Первая фаза это какая? Эмоции, влюбленность, гормоны. То есть, когда эйфория, общаются не два человека, а исключительно физиология, энергия, страсть. Мозг вообще напрочь отсутствует. Проходит в среднем там, 10-20 месяцев, у всех по-разному, там, от 10 до 20 месяцев. Эта фаза утихает, и люди перемещаются на вторую фазу, на фазу адаптации и привыкания. Когда они привыкли друг к другу, там уже нет яркой страсти, нет влюбленности, они видят друг друга вот такими, какие мы есть, и начинаются конфликты. Притирки какие-то и так далее, и так далее. И вот на этой фазе многие отношения заканчиваются, потому что люди начинают ориентироваться на первую фазу, хотят все вернуть в прежнее русло, но не думают о том, что они уже находятся между самыми главными фазами. Это между фазой влюбленности и между фазой любви. И здесь выбор очень простой. Либо я, перейдя из фазы влюбленности, слетаю и отношения заканчиваются, либо я, следуя пониманию того, что такое эти фазы, как они проявляются, как себя там вести, продвигаюсь к фазе любви. А фаза любви, если говорить про 7 фаз, она самая последняя. 7-я, представляете? Поэтому, когда вы в первый год признаетесь в любви друг к другу, на самом деле вы признаетесь не в любви. Вы описываете свои внутренние ощущения и свои ощущения рядом с человеком, вот эту прелесть гормональную, эмоциональную. Вы признаетесь в влюбленности. Поэтому, когда, что происходит? Вы признались в любви на первой фазе отношений. Хотя это не любовь, это влюбленность. И когда слетели с фазы влюбленности на вторую ступень, на фазу привыкания и адаптации, вам начинает казаться, что любовь закончилась. А она еще не начиналась. Она еще не начиналась, у вас была влюбленность. До любви нужно еще доскочить. До нее дойти нужно. А люди думают, что если я призналась в любви, ошибаются в ощущениях своих, путают любовь и влюбленность. И заканчивают отношения, начинаются конфликты. Вот, поэтому, еще раз повторюсь, вот мы берем эти 7 фаз. Первая фаза, фаза влюбленности, эмоциональности и гормонов. Перешли во вторую фазу, там эмоциональности и гормонов нет. А на первой фазе происходят все самые яркие признания и события. И на второй, на третьей, на четвертой, на пятой фазах вам может казаться, что у вас отношения умерли. Хотя по факту вы наоборот приближаетесь к стадии любви. Вот в видео обязательно выйдет у меня на канале. И посмотрите его. Я его анонсирую у себя в сторис и в телеграм-канале тоже обязательно выложу. Вы тогда поймете, что огромное количество людей расстаются не потому, что они плохие, не потому, что они не подходят друг к другу, а потому что они не знают, как себя вести на разных фазах отношений. Вот. А еще раз повторюсь, что у себя на программе бесплатной диагностической я рассказываю не про все фазы, конечно, но достаточно подробно говорю о том, какие ошибки допускает женщина в общении со своим мужчиной. То есть, почему не получается выстроить долгосрочные отношения? Почему вы к себе притягиваете то женатых, то абьюзеров, то алкашей, то наркоманов, то сыночков Паменькиных, то мужиков-жлобов? Пожалуйста, 5 дней потратьте на себя, каждый день по 1,5 часа. Ссылка на регистрацию у меня в шапке профиля. Никуда ходить не нужно, дома сидите, интернет включили из любой точки мира, и платить ничего не надо.